Виртуальный концертный зал – это возможность перенестись на настоящий живой концерт, побывать в филармонии или театре, окунуться в атмосферу представления. Он открылся в Новоульяновской детской школе искусств и сразу стал центром культурного притяжения для всех любителей искусства. Данный проект предназначен для того, чтобы была общая доступность всех граждан Российской Федерации, особенно которые находятся в удаленных точках и не имеют возможности вживую присутствовать на концертах, таких крупных масштабных концертах, которые проходят в столичных городах Москва, Питер, в других городах. В учебном году проведут 15 концертов разной направленности. Это мюзиклы, постановки, балеты и симфонические оркестры. Горожане смогут окунуться в культуру, узнать о великих музыкантах и театралах. Посетить виртуальный концертный зал смогут не только учащиеся школы, но и простые жители города. Это объединяет абсолютно всю Россию, по большому счету, и они могут участвовать. То есть ни один населенный пункт не будет обделен от той культуры, мировой культуры, российской культуры, и он может участвовать, принимать участие и смотреть абсолютно все концерты бесплатно. На приобретение оборудования был выделен 1 миллион рублей из федерального бюджета. Напомним, первый виртуальный концертный зал открылся в 2016 году в Ульяновской областной филармонии, ныне в доме музея Владимира Ильича Ленина. Второй спустя 3 года в Димитровградском музыкальном колледже благодаря реализации национального проекта «Культура». Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УлПравда ТВ.